Розовая тряпка для санузла, синяя для палаты, зеленая для операционных. Менять местами и путать строго запрещено. 7 санитарок больницы имени Пирогова уже несколько недель осваивают азбуку уборки по-европейски. Новая система, уверяют в больнице, абсолютная гарантия чистоты. Теперь в ожоговом отделении, где реализуется пилотный проект, исключена возможность распространения инфекций. За счет того, что мопы меняются перед каждой палатой, за счет дезсредств. Они очень сильные, не токсичные, но очень сильные, то есть убивают все микроорганизмы. Мерный стакан теперь чуть ли не главный инструмент уборщиц. Современные моющие растворы используют строго по инструкции. В больнице даже создали специальное клининговое отделение. Теперь те, кто следит за чистотой, не ухаживают за пациентами. А это, уверяют врачи, дополнительная гарантия чистоты и стерильности. Клининговое оборудование для ожогового отделения обошлось в 300 тысяч рублей. Одна только машина для уборки пола стоит 170. Однако, как ожидают в больнице, затраты окупятся меньше, чем за год. Экономия от новой системы во всем. Воды тратится меньше в 20 раз, времени и сил на уборку в 2 раза, а значит, понадобится меньше персонала. Помимо того, что это приличная экономия финансовых средств, расходных материалов, это еще такое, высокое качество уборки помещений. Потому что за ним следует бригада следующая, которая проверяет, насколько чисто они все убрали, то есть чистота помещений будет гарантирована. В остальных 20 отделениях пока убираются по-старому. Но если все расчеты окажутся верными, новую систему наведения порядка уже к концу года внедрят во всей больнице.